получил пример, когда увидел Олег Григорьевич, один раз приехал, еще мы были в старом здании на Сливнице, и он говорит: «А чего вы такую коробочку здесь поставили?» У нас была маленькая такая коробочка красненькая, и туда деньги, вот пачка денег, она даже не влезала. И он открыл и прямо туда так положил, и она сразу заполнилась. Я про себя так сказал: я тоже так хочу, чтобы прям не влезало. Чтобы вот. И Бог мне ответил, что будь верен в десятине. Это и мой финансовый прорыв. В принципе, я десятину начал отдавать еще в Казахстане. Я с 90-х годов верующий. И первую книгу прочитал о десятине где-то в 97-м году. Вот. И потом и начал стабильно исполнять. И сегодня реально я уже не могу просунуть в эту дырочку. И каждый раз благодарю. Да. Вот. И понятно, что Бог как-то вот постепенно умножил, да, мои финансы, мой приход, поднял меня, вознес. И сегодня являюсь, 2 года назад мне присвоили звание профессора, вчера доктор Павел с китайского переводил, вот что я внесен в список комитета как советник, и что, ну, дали профессорское звание за какие-то определенные заслуги, за доклады, да, я периодически выступал на научных конференциях, вот, и понятно, что как профессор я сейчас получаю хорошо. Вот, и параллельно меня так начали поднимать по духовной линии, что сегодня я региональный епископ. И за все это, слава Богу, в том плане, что я точно могу сказать, что это не я. Это милость Господня, что у меня нет таких вот прям уж прям каких-то вот таких вот талантов или вот таких вот, чтобы я какой-то труд какой-то колоссальный совершил в науке. Ну, просто вот как бы, ну, могу только сказать про стабильность, о том, что очень важно быть стабильным человеком. Ну, то есть вот постоянство в добром деле, просто вот, ну, вот так, просто лупишь в одну дырку, вот так, ну, вот в одну точку, и просто рано или поздно эта стена развалится, и просто, вот, и благодарю Господа Бога моего за то, что Он просто возносит и свою церковь, и всех нас. Поэтому сегодня новые люди у нас пришли, да, я был очень рад тому, что прозвучал город из Казахстана, из Чимкента. Я сразу сказал: о, по Чимкентам я хлопок собирал когда-то. Вот, и там я пережил, что там плюс 56 градусов, мы собирали хлопок. Это, конечно, было так вот, так, нелегко. И вот руки поцарапаны, в перчатках специальных, так, ну, ты все равно царапаешь руки. И у меня приятные воспоминания все равно о Чимкенте. Да, давайте поприветствуем наших новых людей. Как вас зовут? Марина и Руслан. Хотели бы вас все-таки попросить остаться, потому что сегодня для наших сестер братья устроили там подарок. Я чувствую, что это за подарок. Я, ну, нюхом, да. По-моему, это чимкенский плов. Плов по-чимкенски они сегодня приготовили, потому что там кореец готовил точно. Это пастор Андрей. Вот, он где-то оттуда, с юга. Поэтому просьба, сестры, останьтесь, пожалуйста, вот подарок для вас, но чтобы эти усилия были не напрасны. Еще раз вас поздравляем. И давайте мы встанем, прочитаем символ веры. Сегодня проповедь была целая про веру. И просто я думаю, что это будет хорошее завершение. 3, 4. Верую в